Могилевские блогеры заполонили интернет фотографиями воскресной грозы. А вот автолюбители любовались вот таким видом на перекрестке возле Минского рынка. Замечено интересного за неделю было много, и креативный гараж возле 33-й школы, и российский гламур возле дома спорта, и дорога к 5-й поликлинике и к 7-й школе. А этот мастер фотографии сделал из Audi внедорожник. Водитель Peugeot заблокировал целый офис по улице Крыленко. Здрасте, приехали! Ни себе, ни людям. Водитель «Жигулей» думал, что успеет повернуть, а те, кто были на этом перекрестке, недалеко от автовокзала, вам скажут, так делать не нужно. Есть поговорка: из-за дурной головы ноги страдают, а из-за одного дурака на дороге могут пострадать и двое, и трое. Поистине идиотский поступок совершил водитель белого Форда. Утро, тишина, спокойствие, пустая дорога. Авторолика был единственным в своей полосе. Наверное, очень торопился. Водитель черного джипа Audi с тремя нулями на номере действует еще смешнее. Подрезает, причем несколько раз, и дальше поехал, как в порядке вещей. Ну а в Минске на этой неделе и вовсе был анекдот на дороге. Водители серебристого джипа с четырьмя пятерками и черного фольксвагена Туарега не могли поделить полосу. Сначала без церемонно прощемился один. Второй назло через тротуар объезжает и становится перед наглецом и жаждет мести, но не успевает разобраться. Стекло помогло. Пока тот бегал, хам из серебристого джипа еще раз подрезает бедолагу, у первого нервы не выдержали, и он, нарушая 10 правил ПДД через бордюры и тротуары, разворачивается и едет, матерясь, по свояси. Анекдот. Еще одно видео от автомобилистов, не обезображенных логикой и здравым смыслом. Да, это модно занижать подвеску, но поступать так, чтобы лежачий полицейский нужно было полчаса проезжать, это уже дурь несусветная. Называем вещи своими именами. Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат», наш адрес — рубрика автомат@tut.by.